Всем привет! Сегодня мы будем выполнять 15-е задание. Потому что у нас, напоминаю еще раз, у нас 15 декабря. Ну что, открывай. Это один и тот же шарик. Только цвета другого. Кругленький надо. Боишься? Ой. Вот. Он целый остался. А ты боялась? Неудача. Неудача, неудача. У слона неудача. У слона неудача. Ты не отрежешь. Дай сюда. У слона неудача. У слона неудача. Давай быстрее читай. Всем уже интересно узнать, какое же сегодня у нас задание. Декабря. Так, тут начало. Потому что я вверх ногами. Давай. 15. Опять декабря. Так. Было написано нормально. Это Д такое буква... просто. Диа. Ди. А сейчас это посмотрите. Биа. Декабря. Декабря. Ну давай. Декабря. Найди сюрпризы по карте. У меня сегодня много сюрпризов будет? Да. Вот такая карта. Карта сокровищ. Карта сокровищ. Где лежат сюрпризы? Вике надо найти. Где же они находятся? Это спальня наша, значит, это где я колеса там всякие делаю, да? Это наша спальня? Ну, ты прочитай. Комната. А это? Кухня. Давайте начнем с кухни. Ну, давай начнем с кухни. Вика решила начать поиск своих сюрпризов с кухни. Где же они лежат? Ты угадала, что они лежат в холодильнике. Надо их найти. Очень быстро Вика справилась. Ну, потому что это похоже очень на холодильник. А это все? Или еще? Еще искать? Две комнаты, да? Значит, давай найдем все сюрпризы и потом будем их открывать. И кусать. На видео как жующий рот. Я ненавижу жующий рот. Я догадалась, потому что это очень похоже на холодильник. Ой, только так, Вика нашла одну сюрприз. Под кроватью моей. Это двери. Находим. Ой. Заходим. Да, с комнатой у Вики посложнее немножко. Там сверкает в резинку. Там ничего нет. А, это моя будет. Соревнование. Еще раз смотри на карту. Разве там указан шкаф? Еще раз смотри на карту. Шкаф там нет. Тут? Вот
Вика у нас раздобыла еще сюрпризы. Ой, а я мечтала. Ах, эти, ну. Но это поддельные. Это поделки. Потому что тут не надо тереть. А тут надо тереть. Тут не надо. У Вики сегодня день яиц. Ты, наверное, еще забыла яйцо. День. Сегодня у Вики куча-куча яиц. Пойдем еще. Ты знаешь, что ты еще в комнате? Давайте. Все, раскрывай. Смотрите, тут как штука, как флоу, слои такие. Сейчас открою, пойти. Просто потому, что я спешу. Мне нужно получать открыть. Давай помогу. Нет, я уже отрезала тут. Вот, отрезала, да. Это? Смотрите. Ой, ой. Покажи подписчикам, что тебе попалось. Вот такая у меня попалась. Какая-то обезьяна летающая. Непонятно. Смотрите, какой тут маленький вот этот крючочек. Сначала его сюда. Попробуем. И что это там такое? Это сюда. Нет. А что это будет? Брелочек. Ну, я не знаю, какая это сумка, если она так будет держаться и вот так падает. Ладно, давайте со второго. А что? Она сидит так. Это. Ого. А, тут тоже не надо стереть. Все. Я. Миласочка, такая миласка. Вот. Это кто, совушка? Нет, это не сова, вот. Какая-то такая с закрытыми глазками. Ну, ладно, давайте их будем садить обратно, маленькие. Чтобы не потерять свой. Я пускай будут открыть. У нас не закрывается. Не знаю. Ой, это еще. У меня все сегодня милашки с крылышками. Такие вот. Ой, какая милашка. Ну так и без крылышек. Вот этим своей попочкой несем повторка. Как повторка? Повторок будем рядышком ставить. Обидно. И давайте начнем с киндеров. Я хочу вот это самое последнее. Подожди, сейчас я тебе дам тарелочку, куда... Давай. Шоколад. Я шоколад буду кушать. Но ты же весь не съешь за раз. Я же вот так не съем. Вот сюда будешь скидывать шоколад. Вот, в такую тарелку. Да. Не вижу. Я никак не вижу, не слышу. Кидай шоколад, потом скушаем. Да, потом скушаем, и как-то сюрпризик. Очень интересно, что же попалось в сюрпризе. Я очень люблю киндер, потому что мне всегда девчачки всякие там попадаются. Ну, тут что-то непонятное. Не, ну,
что, я мечтала о такой штучке. Что это за штучка? Тут игра есть. Играть. Не знаю, не понятно. У меня попадалась девчонческая. Ладно, давайте не будем. Ой, ты как. Давай уберем это в сторонку лучше. Потом разберем. Да. Что один фильтр? Чтобы ничего не мешало. Да. Открываешь, вот так вот, и что? Яйца. Вика, развивать как яйца. Бери с волос. Ой, волос, сорта. Смотрите, я разбиваю яйца киндер. Ой, у меня еще 3 яйца, у меня уже места нет. Ну, это мама мне понакупала. Всегда у меня что-то такое. Ладно. Я вам покажу, сколько у меня там яиц осталось. Принесите мне что-нибудь сюда мусорку. И опять разбиваем яичко. И последнее. Последнее. Я вам покажу, сколько у меня осталось. Давай, чисти и покажем. Сколько у нас яичек. Вы просто будете в шоке. Вот, целая гора шоколада получилась. Ну что, давай открывать потихоньку. Опять какая-то ерунда. Зато с наклейкой. Я вот не очень понимаю, не очень люблю такие. Мы потом по инструкциям будем смотреть. Потом надо, только тогда в сторону откладывать надо, чтобы инструкцию понимать. Чтобы не спутать. У меня такая игра. Это из коллекции. Это из коллекции нашей. Смотри, вторая. Только уже другая. Это какие-то игры. Да, это игры какие-то. Опять такая же игра. Люблю. Это не такая, у меня другая. У меня такая. Ну я понимаю, другая, вот, но у нас такие, похожи. Вот, смотрите. Вот у нас такие цветные. Давай другое. Такие. Там принцесска попадется. Брала вроде с принцессками, а потом... Ой, это мои любимые. Я собираю коллекцию такую. И смотрите, я знаю, как это делать. Давайте я сейчас так сделаю. Смотрите, я знаю, как. Да, конечно, раньше киндеры были гораздо интереснее, потому что были какие-то игрушки понятные, там куколки, принцесски, машинки, бегемотики, пингвинчики. Сейчас какая-то вообще ерунда непонятная. Ну, я таких вот собираю коллекцию. Только я не знаю, как сейчас собрать, конечно. Давай потом посмотрим. Потом посмотрим, но это я мечтала. Не смешивай, не смешивай. Нет, я знаю, как что выглядит. Ой. Давай остальные открывай. Потом мы будем пластилинчик. Пластилинчик. А это? Опять то же самое. Но зато это новый персонаж. Даша попалась нам. О, это Даша. А там кто попался? А это обезьянка. Ну, это да. Же обезьянка Даши.
Ну да, что? Нам попалась Даша и обезьянка Даша. И вот смотрите, это как в куколках Лол Декодер. Смотрите. Это карта, всякие... по которой они путешествуют. Вот смотрите, наверное. Это как куколки Лол. Ничего не видно, а теперь вот так вот видно. То есть нам надо какие-то сокровища, наверное, искать. Да, всякие животные надо искать. И последний наш сюрприз. Что же там еще попалось? Ой. Кто это? Это Смурфик. Ой, он как кресле таком. Странный он. Кто и ноги такие у него жирные? А, вот так. Надо смотреть инструкцию сначала. Вот так его надо зонтиком. И как? Потому что смотри, у него тут пятки. Ладно. Давайте пластилин открывать. Хотя давайте съедим сначала вот это. Все. Еще яйцо? Вика забыл еще одно яйцо, оказывается. Открывай. Так. Я знаю, это будет такая... Так, а это кто у нас? Опять. Только другая. Это Даша опять. Это не повторка. Но это еще одна Даша нам попалась. Значит, у нас две Даши и обезьянка. А может, это Даша и ее сестра? Вот, смотрите. Да, они разные. Вторая. И... обезьянка. И обезьянка попалась. А вот наш Смурфик. Мама сделала. Тут, наверное, наклейка надо еще какая-то. Открывай пластилин. Сейчас Вика откроет еще пластилин. Я мечтала о таком. Уже игрушечки. Я мечтала. Ой, я мечтала такая там пластилина. Знаешь что, когда я смотрю мультики про этот пластилин, вот мне он кажется, типа я его ем. У вас дочь спит. Зачем он будет? Он вокруг солнца на земле. День за днём. День за днём. Мам-мам-мам-мам. 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 Смотрите, шарик. Липня. Ну вот, целую кучу яиц Вика нашла сегодня у нас по карте.
завтра будет еще одно задание. Какое, мы узнаем завтра. 16. Всем пока-пока. Подписывайтесь на наш канал и ставьте пальчик вверх.